Потому что у меня времени нет. Я читала ее дело. Ее пройти. Ей приходилось бывать в тяжких операциях. И она выжила. Думаю, она вполне честна с нами. Я случайно нажал на второй слот оружия. Вообще абсолютно случайно. Я не собирался его брать. Я тупанул. Убийство. Зачистка на станции. Дальше будет лучше. Похоже, стандартная команда Тейлора тема. Оказалась скомпрометирована. Мы служили с этими людьми 5 лет. Мы знаем их. Они бы так не сделали. Это бессмертные. Даже по трупам видно. Совсем не важно. Все равно. Они забрали данные. Когда вернем диски, просмотрим записи с камер. Хендрикс, ты знаешь место. Кто поможет добраться до гор? У них есть свой посредник. Дэнни Ли. Скользкий мелкий ублюдок. Но с хорошими связями. Используй свое обаяние. Когда будем рядом, Кейн сможет найти эти диски. Я только что понял, почему китайцев называют залупы глазами. Ноу расизм, но вот этот кадр меня навел на эту мысль. Вступление они затянули все равно. Я не знаю, затянули они его или нет, потому что я... Смертных сейчас на пике своей силы. Вообще ничего не понимаю. Ни армия Сингапура, ни ЦРУ. Никто не тронет нас. Ну вот, кстати, я смотрел... Полагайтесь на головореза Фроди Дзяйсюна? Сейчас, секунду. Недавно совсем смотрел «Метро 2033» «Редиукс», который все так хвалят за графон. Я могу сказать, что по общему восприятию здесь он, ну, действительно приятный. То есть Дзяйсюн? Не хуже, чем в том же «Метро». Его много лет никто не видел. К черту Дзяй хреновый Сюна! Объяснись, чего я должен хотеть сраных роботов. Это лучшее, что можно было найти. Черный рынок. Черный не мой цвет, Хендрикс. Он даже не на Брэдли Купера похож, а на брата. Может, ты не знаешь, но Оуэна Уилсона, который играл в фильме «Идиократия». Вот эй, этот чувак справа. Налей-ка им еще. Кто бы знал? Взорвать одно здание в центре города, и все погрузится в ад и анархию. Да ладно, Дэнни, сколько можно оглядываться? Я знаю, что тут было. Всю горькую историю зоны К. Расстань со своей женщиной. Спасибо за 180 рублей. Лучшая идея Мэтт Ланжи — это расстаться со своей тёлкой. Мы просто хотим сделку. Брось ее, и сосед больше не будет приходить. У них лучшее военное оборудование из возможного. Союз Уинслоу? Эти слова в зоне К ничего не значат. Вот посмотри, вот этот японец, он никогда, или китаец, он никогда бы не задал такого вопроса. Он бы воткнул соседу нож в спину и все. И трахнул бы тёлку. Сейчас он это и сделает. Нет, не важно. Дайте мне время, чтобы найти диски. Знаешь, кто здесь был? 54 бессмертных. Они создали что-то из хаоса. Они захватили парк. И перенаправили солнечную энергию супердеревьев. Если бы не бессмертные, у нас в этой дыре не было бы электричества. Они дали надежду. Ты озвучил настолько мразотное, что да. Я даже не знаю, что еще сказать. При поддержке войск договора. Теперь этот порт стал их центром по контрабанде оружия. Новая колда вышла, третья игра серии, они забили на Modern Warfare. Но это две параллельно развивающиеся линии. Но позволь мне кое-что сказать. Когда тебя бросают старые друзья, приходится искать новых. Здесь все намешано, начиная там от исходного кода, заканчивая каким-то там Shadowrun'ом, Гонконг. Может, мы и договоримся. Это все, что мы просим. Это что? Гоминь, Госюлань, как неожиданно. Гоминь. Не знал, что вы появитесь. Мы тоже не ожидали увидеть здесь спецназ Союза Уинслоу. Эй, эй, не верьте слухам. Слухи врут, мы не ищем проблем. Мы свободный агент. Не оскорбляй меня своей ложью. Ты и такие, как ты, убили много наших людей. Такое не прощают! Ты думаешь, мы не знаем, почему вы здесь? Итак, Хендрикс, что мы решили? Ся! А, понятно. Что делает эту сцену абсолютно бессмысленной? роботы. План Б? План Б. Кейн, активируй. Прости, чувак. Протокол Эхо 2. Я думала, вы с Дэнни Ли друзья. Ага, я тоже думал.
Отряд роботов активизирует режим боя. Надеюсь, что вы находитесь в данный кейс. И здесь становится жарковато. Есть. Серверная в облачной горе. В оперативном центре. Насколько поспорим, что именно туда? Что-то как-то громко стало. Надеюсь, что ты нашла кейс в данный. Здесь становится жарковато. Так. Заново. Сейчас сдохну. Я потише просто делал. Погнали. Полная концентрация. Спасибо за подписку, Тезиков. Спасибо. Мать. Да нет, пройти ее вообще будет нереально. Я, наверное, дней 6 потрачу. Она настолько, сука, сложная. Ну, правда, я играю на все-таки повышенном уровне, но тем не менее, это, блядь, пиздец какой-то, я не знаю. С третьей пули максимум. У нас же были роботы. Меня роботы убивают с первого раза. За секунду. Вообще не понимаю, откуда. Это просто какой-то бесконечный... Бесконечное чистилище из автозагрузок. Я ухожу. Все, все, отстаньте. Вот место, в котором мне нравится. Есть. Серверная в облачной горе. Прямо в их оперативном центре. Насколько поспорим, что именно туда направляется гость? Смотритель показывает войска противника впереди. Похоже, нильцы в городе. Ты прикалываешься? Они что, в отпуск приехали? Я не знаю, в чем проблема этой игры, но она еще дико тормозить начала. То есть просто ни с того ни с сего взяла и начала тормозить. До этого нормально работала. Смотрите, как они меня ненавидят. Каждые 2 секунды ко мне прилетает по 5-6 гранат. Такой Вьетнам просто. О боже, это опять этот мудак. Ключ на Overwatch, не знаю. Там вторая волна инвайтов прошла. Мне какой-то парень подгонял свой аккаунт, но мне лень на чужом аккаунте играть. Мне в любом случае не особо, мне кажется, понравится Overwatch. Мне, наверное, надо какой-то сосау понизить, потому что все-таки... Хотя это странные лаги, они как будто, знаете, как будто у меня онлайн какой-то лагает. Это не проседание FPS, это именно какая-то тормозня непонятная. О, патроны кончились. Я очень вовремя остался только с пистолетом. Вообще тебе нужно 2 компьютера для стримов, я вот мучаюсь, потому что у меня только один, но я не могу найти нормальную видеокарту, которая в 2К могла бы работать. Карту видеозахвата. Все говно какое-то и вообще не продается в России, или продается за такие деньжищи, что меня жаба ест. О, у него есть имя, это так мило. 4-3-4-9-4-1-F. Мне кажется, это мой ключ от винды, который я вводил, когда ее ставил. Сейчас, погодите, посмотрю, какую-нибудь сосау выключу, реально, а то опять лаги какие-то начались.
Не, ну с другой стороны, неохота мне. Хочется играть, чтобы сексуально было. Я ж вырубил ее, ну. Неужели эта моя магия не так работает? Ага, отлично. Все правильно понял. Ты все правильно понял. Спасибо за 250 рублей. Обращайся. Дайте мне залезть в это окно, и я буду с ними жить. В окно нельзя залезть. Тихо-тихо, парни. Как они меня убивают? Это чисто геометрически невозможно. Они ниже уровня крыши, блядь. Долбоёбская игра. Залезь внутрь. Вот. Тихо-тихо. Да ёб твою мать, какого хрена она... Я, блядь, просто не понимаю эту игру. Что это за говно включилось? Выключите. Тихо, 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 дайте хоть секунду-то... Я попробую ее взорвать, я не знаю, она не хочет умница. Эти идиоты в потолок фигарят. Ну, что взять с роботов? Они плохи. Все нормально. Тут турели больше нет. Как и поезда. Блин, кстати, прикольно сейчас было. Он выстрелил. В небо из ракетницы, когда мы его уже подбили. Было здорово. Мобильное оружейное. Верните мне мою снайперскую винтовку и больше не забирайте мою деточку у меня. Я прирожденный снайпер. Помогите, пожалуйста. Не помогайте никому. Минь Го еще нарожает, или как ее там? Гоу Минь. И другие китайские бабы. Внимание, подкрепление B-54. Интеллект напарников радует. Это специально сделано, чтобы они вместо тебя игру не прошли. Иначе в чем смысл? Помогите, пожалуйста. Твою мать. Я не понял, индикатора гранат решил. Решил проверить, есть у меня граната или нет. Ай, в жопу эту снайперку. Побежали. Помогите, пожалуйста. Здорово, ребят. Блин, ну конечно. Здесь порой жестко дают просраться оттуда. Иду вперед! Прикрой меня! Прикрываю, давай! Просто слева, сзади, спереди, сука! Индикатор со всех сторон. Даже непонятно, куда смотреть. Какой-то...